Погода, конечно, штука переменчивая, но никакие ветра и дожди не испортят настроение тем, кто утром слушает любимые мелодии. Вот думаю, что тюменские поклонники Валентина Стрыкала на этой неделе точно будут находиться в хорошем расположении духа, ведь им посчастливилось побывать на его концерте. Вот Ольге, я знаю, тоже нравится. Да, ведь, Оль, но тебе не посчастливилось, поэтому смотри наш следующий сюжет, сюжет Ксении Сокуровой. Ей повезло больше. Я, Валентин Стрыкало, из села Бурильцево, что в Житомирской области. Юрий Каплан по прозвищу Валентин Стрыкало прославился, записав и выложив в интернет забавные обращения к таким звездам, как Тимати, Сергей Зверев и Дима Билан. В декабре 2010-го мем решил завязать с виртуальным пространством, а заодно и с экономическим образованием, решив посвятить себя музыке полностью. После того, как вышли видеообращения и меня начали так потихонечку звать на концерты, я подумал, что было бы неплохо это все перевести в более профессиональную плоскость. 15 октября 2010 года в Санкт-Петербурге в ночном клубе «Грибоеда» состоялся первый концерт группы «Валентин Стрыкало», а 24 февраля 2012 года вышел дебютный альбом «Смирись или расслабься». На днях в Киеве закончились съемки нового клипа группы на песню «Знаешь, Таня». В конце мая его можно будет увидеть в интернете, а тюменцам удалось познакомиться с Валентином Стрыкало вживую. 14 мая музыканты провели автограф-сессию, а позже дали концерт в одном из местных клубов. Поклонников группы оказалось почти 200 человек. Ну вот мы пришли четвером, вот еще девушка Настя, и мы как бы хотим увидеть человека, чьи песни мы слушаем, ну то есть нравится. И как бы ждем мы многого. Хотим посмотреть, послушать, ну вживую. На Каине все в габане по Житомиру гоняю, я гоняю. Все таксисты, маршрутчики дорогу уступают, текаю. Живые концерты украинцев славятся не только невероятной энергетикой и острым юмором солиста, но и непринужденным общением. Привет всем, спасибо, что пришли сегодня. Очень надо наконец-то побывать в Тюмени. Это группа Валентина Стрыкало специально для утра с вами. С вами. Ксения Сокурова, Евгений Доценко, Сибинформбюро.